Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 мая. Я вот сегодня зашла показать вот эти вот, которые тонконогие, бычье сердце, да, медвежья лапа. И не могу удержаться, чтобы не снять хоть маленький-маленький видеоролик вот о этих сибирских красавцах. Смотрите, какая прекрасная рассада. Вот именно поэтому я ее выбираю и для высадки на ранний урожай, и для выращивания в тоннелях, и для всего-всего-всего. Вы посмотрите на эти ножки. Ну разве есть у кого-то еще такие толстые, красивые ножки, кроме как у них? Вот они, эти ножки. Ну это что-то с чем-то. И вообще, даже, знаете, для меня важно эстетическое вот это наслаждение. Даже эстетически, вот на такую рассаду, вот охота прям туда рукой залезть, вот помять ее, я ее называю как квашня. Они расползаются вот так вот, как квашня. Или вот эти, на которых смотреть жалко, да. Их жалко, все, ничего они, кроме жалости, не вызывают. Вот эти тонкие такие, как я говорю, это, блин, забыла, унылые. И